Аллах Субхану ва Тааля сделал наши хаджи принятыми. Чтобы Аллах Субхану, чтобы после того, как мы закончили, вышли с Арафата, чтобы Аллах Субхану ва Тааля сказал ангелам, ушхуду, чтобы Аллах Субхану сказал, свидетельствуйте, будьте свидетелями, факад гафарту лаху. Аллах Субхану скажет, я простил их всех. Аллах Субхану простил их всех. Поэтому, что мы хотим с этого хаджа получить? Основное мы хотим простить, получить прощение Аллаха Субхану ва Тааля. Как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, хаджу мабрур лейса ляху аль-джаза инда Аллахи илля аль-джанна. Хаджу мабрур, то есть мабрур, в котором есть мир, принятый хадж, нету никакой другой для него награды, кроме как рая. Мабрур, когда спросили ибн Аббас радиаллаху анху, ма хуа хаджу мабрур, на что ибн Аббас радиаллаху анху ответил, мин абрил бирри л-хадж катрату зикри Аллахи тааля. من أبر البر الحج كثرة ذكر الله تعالى именно чтобы الله был حج принятый и вот этот бир во время хаджа о котором посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал حج مبرور нету для него никакой награды кроме рая самое лучшее что может повлиять на то чтобы хадж был принятый это больше поминать Всевышнего Аллаха سبحانه وتعالى то سبحان الله бывает иногда двое молятся Аллаху Акбар. Имам один. Один стоит во время намаза и зевает. Другой стоит во время намаза и плачет. Один и тот же намаз, одни и те же аяты и так далее. Но именно как воспринимали? Этот брат больше поминает Аллаха Субхану ва Тааля в намазе, нежели тот. Человек, который мало поминает Аллаха Субхану ва Тааля, это из сифат аль-мунафики. Это из сифат лицемер. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, да, они вспоминают об Аллахе, они поминают, но мало. Юрауна ан-наса ва ла йадхкуруна Аллаха илля калил. Аллах Субхану ва Тааля говорит, они мало поминают Аллаха Субхану ва Тааля. Но касательно поминания Аллаха для верующих, Аллах Субхану ва Тааля не просто сказал поминать, а что сказал, я айюха ал-лазина амину дзкуру Аллаха дикран катира. О верующие, много поминайте Аллаха Субхану ва Тааля. Во время хаджа, субхану, мы много поминаем Аллаха Субхану ва Тааля. Когда мы только просили, когда мы только целый день были на Арафате, после этого Аллах Субхану ва Тааля говорит, ثم أفيض من حيث أفاض الناس. После этого вы направляетесь туда, куда направляются люди. Куда? Ай, Музалифа, Музалифа. واستغفر الله فاسألوا الله سبحانه وتعالى برشين واذكر الله في أيام واذكر الله في أيام معلومات وسبحانه الله سبحانه وتعالى بتدني أيام التشريق تسبسل حج حسكي عرفة فإذا قضيت مناسككم فاذكر الله تسكذا زكونش مناسك الحج أبت بمنايت الله سبحانه وتعالى تسبسل بستين الله سبحانه وتعالى نمنا بمناية طبيعة Если посмотреть, поминание Аллаха Субхану ва Тааля не указано в разделе Аркану аль-хадж, вала ваджибат аль-хадж, вала сунан аль-хадж. Аркан рукн ма ля йатимму аль-ваджибу илля бихи. Рукн стоп это то, без чего само действие не может быть действительным. Ну, например, у хаджа четыре рукна. Это миқат, это таваф, ас-саи и арафа. Если один из них оставить, хадж нужно переделать. То есть без этого рукна хоть 100 парашек не залежешь, не поможет. Нужно что? Рукн. Заново сделать, исполнить, выполнить этот рукн. Получается, если человек хотя бы 5 минут до заката солнца не было на Арафате, его хадж не действительно. То есть ему нужно переделать весь хадж на следующий год. Вот это поминание Аллаха Субхану ва Тааля во многих аятах. Аллах Субхану ва Тааля говорит, поминайте, 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 поминайте Аллаха Субхану ва Тааля. На Арафате, после Арафата, Субхану ва Тааля. Только ты целый день на Арафате поминал Аллаха Субхану ва Тааля, направляешься в Муздалифа, поминай Аллаха Субхану ва Тааля. После Муздалифа, поминай Аллаха Субхану ва Тааля. Берешь камушки на следующий день, кидаешь письмо Аллаху, вспоминаешь Аллаха Субхану ва Тааля. Такбираты делаешь, вспоминаешь Аллаха Субхану ва Тааля. Закончился хадж, айяму ат-ташриқ, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, айяму ат-ташриқ, айяму ат-акли ва шурби ва зикри ллахи тааля. Дни, еды, питья и поминания Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Только задается вопрос, ни в одном мазхабе, ни ханафите, ни шафиите, ни маликите, ни ханабиле не упомянули зикру Аллахи тааля в разделе ар-рукн мин аркан аль-хадж или ваджибат аль-хадж. Сдается, неужели они забыли об этом? Нет, они не забыли. А почему они не упомянули? Потому что это более выше того поминания Аллаха Субхану ва Тааля во время хаджа, нежели быть это рукном, столбом или ваджибатом. Если им сказать, что это рукн мин аркан аль-хадж, то значит можно его переделать. Ты его тухаджиб. Если сказать, что поминание Аллаха Субхану ва Тааля это ваджиб, можно залезть в барашку и не вспоминать об Аллахе на хаджа. Просто делать и совершать, не поминать Аллаха Субхану ва Тааля. Но почему они не упомянули? Потому что поминание Аллаха Субхану ва Тааля
ذكر الله تعالى ضريب حجة قلب الحج السرد حجة الروح الحج صلب الحج الدخ دشاع حجة دشاع حجة من الله سبحانه وتعالى. فإذا ابن عباس رضي الله عنه сказал принятый حج тот حج в котором раб Аллаха больше поджинал Аллаха سبحانه وتعالى во время хаджа своим сердцем. То, что из сердца языком подтверждал это, своим действием подтверждал, поминал Аллаху Субхану ва Та'аля. Всегда чувствовал, что Аллах Субхану радует Аллаха Азза ва Джаль, потому что Аллах Субхану следит, возвеличивает Аллаха, радуется этим. Потому что Аль-Хамдулу, он муахид, он безбожник и возвеличивает Аллаха Субхану ва Та'аля. Вот это вот именно, на что мы с вами должны сделать акцент, уважаемые дорогие любимые братья, больше поминать Аллаха Субхану ва Та'аля. И так в любом поклонении, во время намаза, этот человек, какой намаз? Какой намаз Аллах Субхану любит? Тот намаз, в котором есть хушу, тот намаз, где есть вот это трепет перед Аллахом Субхану ва Та'аля, где есть богобоязненность, где есть смиренность перед Аллахом Субхану ва Та'аля. Поэтому, когда Аллах Субхану в Коране сказал, «Кад афляха аль-муминун, аллазина хум фи салатихим хашиун», преуспеют верующие, которые не просто молятся, а которые с трепетом молятся, когда за богобоязненность молятся. Когда постимся, тоже поминаем Аллаха Субхану ва Та'аля во время поста, и в этот момент человек чувствует совсем другую сладость этого поклонения, и тем самым он понимает то, что это указание дарит, то, что Аллах Субхану ва Та'аля примет это поклонение. Это указывает на то, что Аллах Субхану ва Та'аля примет от нас с вами это поклонение.